от самой красивой девушки в мире. Может быть, сыграем в русский футбол? Давай. А что такое русский футбол? Это... Я замуж не собираюсь. Что так? Мужчина разочаровалась? Да бросил кто-нибудь? Меня? Да. Да я сама кого хочешь брошу. А, чувствуется. А что ж ты вперед других-то лезешь, сука? Да пошла ты. Что? Женитесь на мне. Да, действительно, как-то коротковато. А тебе сколько лет, невеста? 17. А знаешь, сколько мне лет? Ну? Неважно. Maybe here a few days while I get my own car. Oh. As a foreign guest, he will need to be accompanied. You understand? Of course. Читать за столом вредно? Ты хочешь что-то сказать? Ну, в общем, да. Хорошо. Можно тогда я начну этот разговор? Какой разговор? Что самое главное в семье? Дети. Конечно. Но в нашем случае нет. Ну как нет? Потому что в нашем случае главное – это любовь. Успокаиваешь, да? Нет, я тебя не успокаиваю. Я прекрасно знаю, как ты мечтал о сыне. Подожди. Мы оба мечтали. Я понимаю, но я не могу, и поэтому я приняла решение. Я подаю на развод. Все это потому, что ты чувствуешь себя виноватой. Ты думаешь, что если я не могу родить, значит, я не способна любить? А ты знаешь, что я его люблю уже в каждой клеточке Яна, своего тела? Яна. Я в школу его уже отдала! Яна, ты даже не представляешь, какой я могу быть матерью! Ну, если передумаешь быть знаменитостью... Москва тоже город греха? Почему? Я тут всего третий день, а у меня этих визиток... банкиры, менеджеры, прокуроры. Вы банкир или прокурор? Банкир, банкир. Жаль, я с виду приличный человек. А вот и я. Я надеюсь, ты не скучал?